Это сейчас вот ты находишься на самой высокой горе в радиусе скольки-то километров. И да, потом подведем данные. Достопримечательность Краснодарского края. И вот какой вопрос тебя мучил больше всего, пока ты поднималась сюда? Может, не мучил, может, приятно мучил. Когда был очень крутой склон, у меня была мысль, зачем я вообще сюда пошла? А потом была мысль, слава богу, что без рюкзака. А сейчас есть мысли? Сейчас? А сейчас я думаю, что было бы лучше сам же с рюкзаком, чтобы сразу на тхач, а не вот так вот кругалями потом идти. Отлично. Вот, на вид это вот стоит, однако. Зайдя вот на эту вершину, мы берем интервью у нашего завхоза, опытнейшего завхоза всех времен народов. Ага, из НТП, который сходил на две лекции. Вот, и все узнал за две лекции. Этого не было еще в истории. И вот несколько слов, куда вы зашли и что вы здесь делаете? Короче, мы зашли на мой любимый пейзаж, трава и камни. Я вот ради этого только в горы хожу. Зашли мы на восточный Очишбок, вот, и любуемся видами. А сзади какая гора? А сзади другой Очишбок. А еще дальше? А, вот там вот ткачи. Трудно было? Не, вообще изи. 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 Руковод жалеет нас. Я бы ей был руководом, мы бы сюда под рюкзаками зашли. Отлично. Как вы думаете, происхождение жижи вот на тропе, откуда она берется? Есть разные теории, но и ученые спорят. Туристы. Ну а еще, как вот, это слишком банально, да? Может быть, это нефть? Да нет, туристы. А мы же вот так вот животные. Пойдем, да, наверх? Животные туристы. Тоже топчут. А как сделать, чтобы их не было? Жижи, чтобы не было. Скушать животных. Куда мы зашли? Вот вопрос такой, куда мы зашли, как это называется? Называется это самая главная вершина нашего похода. А в переводе на адыгейский? В переводе на адыгейский тхач. Вот. Да, шли мы на нее 2 дня. Мы дошли, теперь 2 дня будем идти вниз. Почти. А как образовалась эта гора? Гора образовалась. Великий тур, бог всея Адыгеи, сделал так, опа, и земля разверзлась. О, вот это по-научному. Берем интервью у участника многократных походов горных. И сейчас он объяснит, как образуются такие большие скальные образования. От коврика. Как их найти вообще? Вот в городе, например, таких нет. Где ты была сейчас? Где их взять? Вот такие? Да, вот такие. Большие. Можно вот так вот взять вот просто? И чтобы не надо было вот это пахать вот так вот. Ну, можно прилететь, правильно? Нет, на параплане. Короче, самое простое, идите там, где за кучей народу, и приедем к самым большим горам. Вот мы сегодня так 2 дня и делали. За руку пошли и пришли вот сюда. Самое простое способ. И у Макса, участника многократных восхождений из цикла «Сдохни или умри». Умри или сдохни. Завснар. Что самое трудное вот здесь, в походе? Здесь и вообще в жизни, и в том, как ты ведешь, вот, ведешь, и ничего не получается. В чем дело? Вообще сам поход, как бы, ну, для меня легкий. Вот, что сложного здесь, ну, абсолютно ничего. Просто бывают подъемы такие немного крутоватые. Ну, дыхалочку включаешь, второе дыхание, поднимаешься. А что бы хотелось улучшить? По количеству дней хотел бы побольше пройти, на те снежники зайти, на те цепушки. А ухудшить что-нибудь хотелось? Да нет, в принципе. Можно людей побольше даже. Поменьше. Это пещерные люди? Пещерные люди? Привет. Кто-то может прокомментировать, что здесь происходит? Руководитель. Руководитель прокомментировал. Дело в том, что говорят, что в пещере люди звереют. Да, мило? Вот, видите? Вот. Дичаем. Какое-то все... Страшно. Это мечта спелеолога, конечно, поселиться здесь.
всегда. В таких пещерах люди жили, рождались и умирали в пещере. Они не в таких. Не выходя. А в какие? Они из более сухих, это мокрое. Ну да. Они ее осушали. Нет. Зато вода близко. А у никого нет желания остаться здесь навсегда? Ну, насчет навсегда не знаю. Нету такого? Но в лесу в целом смутнется, да? Смутного. Я вас сюда специально затащил, чтобы съесть. Расскажите ваши впечатления об этой пещере. Вообще-то я собирался на пикник с матрасом. Но что-то пошло не так, и очнулись мы уже вот здесь. Честно, мы не знаем, сколько мы здесь находимся, и не знаем, где выход. Ну, на общем, самом деле, говоря, мы потерянная группа Дятлова, спасайте нас! Мы думаем, кого есть первым. Но говорят, что лучше есть первым те, кто маленький. Ты кто сюда завел? Сначала Мила, потом... Как все начиналось. Было безобидно. Достаточно. Потом Маша обнаружила маленькую дырку в полу. И несмотря на то, что ей говорили, не надо туда лезть, они вместе с Милой туда залезли. Туда помещается тушканчик. Полтора тушканчика по вертикали. Несмотря на крики, не надо туда лезть, туда улез Миша еще. А теперь мы их тут ждем. И теперь мы не знаем, что делать. Андрюха, что думаешь? Уже 40 минут ждем. Я думаю, мы сейчас завалим их, и скажем, никаких, что никаких звуков от них нету, 40 минут стоим тут. Это просто какая-то... Ну как туда можно залезть? Это просто пещера засасывает людей. Там можно даже... Нет, идти нельзя, но там можно даже палатки ставить. Это удивительное место для лагеря. Вообще, ты молодец. Вот все... Их и надо ставить там. Блин, кино и немцы. Все, Маша, замри, свети на нас. Застряла? Нет, мне сказали замереть. Это видеосъемка, да? Да, Маша, это видеосъемка. Что там, Маша, таз застрял? Нет. Это туристы, которые решили срезать. Однозначно. Они нашли срезочку. Мы не ищем легких путей. Ну как срезочка сократила от основного маршрута? Да, да, сократила. Где-то, наверное, метров 100. Вот. Всегда надо так срезать. Где остальные? Рельс. Я не знаю. Свет горит. Мы ждем сюда. Вот так вот. Слушай, там вот реально вот глубже, в том зале теплее. Тут прям просто прохладнее уже. Береги голову. Береги руку. Пригодится. В итоге выход. И ты выходишь из пещеры. Ребята, сколько миллионов лет прошло? Ну, не знаю, наверное, где-то много. А вы кто? Где-то много. Ну, мы с 21 века начали. А, не, уже 1372 год. Половина остались, решили еще пару веков подождать.